Tribeca, right next to De Niro, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. Excuse me, do you speak English? Чё? I need help. Чего? I need Moscow map. Не понимаю. Map. Не понимаю тебя. Map. Я не понимаю. Oh, money is no problem. Ага. Так это же другой разговор. Ты чё на это? А? Карта. А, так ты бы сразу так и сказал бы. This is карта. Карта. Moscow City. Thank you so much. Погоняй Москву, братишка. Thank you. Ага. Bye-bye. Good luck. Ну шо, shopping time? Постоянно говорят, вот, с вами девушками так тяжело, так тяжело. Могу сказать одно, мы девушки самые простые существа на планете Земля. С нами очень просто, но тут главное немножко приноровиться, и будет вам счастье. Главное, лайкаешь только свою бабу, никого другого вообще не лайкаешь. Тебе не сложно, а ей приятно. Вконтакте она у тебя должна быть на первом месте. Не дай бог твой лучший друг оказался на первом месте, это же просто катастрофа. Необратимые последствия могут быть. Будешь ее постоянно в кино, в кафе, в рестораны, главное, чтобы ничего не повторялось. Постоянно ей звонишь, пишешь, говоришь, что она у тебя самая лучшая, самая красивая, что ты жить в конце концов без нее не можешь, дышать не можешь. Постоянно ей даришь небольшие подарочки, ну там колечки, сережки, поездку в Дубай в конце концов-то. Да и все, и будет вам счастье. Мы девушки, мы многого так себе не требуем, всего-то на все. Господи, какой ты у меня милый. Маша, это кто? А, твоя подруга? Ну, понятно. Это мне лучший подарок в мире, который я когда-либо получала. Вечером с друзьями встретишься? Ну ладно, хорошо вам время провести. Да нет, что ты, я вообще не пью. И ты хочешь сказать, что это все? Реально все? Постоянно со своими друзьями время проводишь. Мне не важно, что вы видитесь раз в неделю. Мне вообще наплевать. Я не поняла, кто такая Настя. Почему в 43-й аудиозаписи у тебя имя Настя? Давай, спокойной ночи. Нет, ты первый клади. Че, вообще меня не уважаешь? От вот так... А если еще... Я много не буду. Чуть-чуть подлей. В клуб поехали. В клуб поехали. А он меня бросил. За это надо выпить. Забудь его, забудь. Так, девочки, самое время звонить бывшему. Алло, привет. Узнал? Узнал? Как дела? Все хорошо. Машину купил? Просто взяла и позвонила тебе. Что, не могу знать, как дела у своего бывшего? Вдруг ты помер. Девочки, это чмо с машиной теперь. Да я не сплю. Все нормально, я не сплю. Я сегодня не буду. Перебрашки всегда в кино. Какое нахрен кино? Вот ты меня вообще куда привел? Вот я тебе говорила, нужно в кафе было идти. Ну знаешь, а вот что ты меня в кафе привел? Вот я ничего не ем, я на диете. Сейчас я, в общем, все сделаю, через полчаса выйду. Ой, вот что ты орешь? Ну вышла я через час, и что такого? Вот вечно ты на меня орешь, и вечно мы опаздываем из-за тебя. Я с девочками гулять. Ты достался своими парнями вечно время проводить. Вот пусть они тебе стакан воды в старости и приносят. Это мой друг. Его зовут
Валера, это мой друг. Мы с ним общаемся 3 месяца. Вот чё ты ревнуешь? Кто это тебе такая пишет? Мне не важно, что ты с ней с детского сада общаешься. Вообще без разницы. Выбирай. Либо я, либо она. Сделай, пожалуйста, свой выбор. Подруга, думаешь, писать ему или не писать? Думаешь, написать? А это точно стрёмно не будет? Не, ну прям 100% писать. Может, всё-таки ему не писать? А чё написать? Привет. А смайлики думаешь ставить? Не, а он точно не подумает, что это я к нему подкатываю? Не, ну я к нему вообще не подкатываю. Ты думаешь писать, да? Я тоже думаю, я напишу. Этот, слышишь, ты только будь на связи, телефон бери, потому что он мне потом ответит, и я тебе перезвоню. Ладно? Все. Дорогая, мы договаривались, что ты домой придешь в 12 часов ночи, а ты приперлась в 7 утра. Это что такое? Ну, прости, милый, я правда виновата. В следующий раз так, пожалуйста, больше не делай. Хотя знаешь что? Вот мог и забрать меня, между прочим. Саш, я тебе в 11 позвонил и предложил довести до дома. Ты сама отказалась, сказала, что сама уедешь на такси. Ой, все, вот не надо мне тут вот этого, ага. Хотел бы, забрал бы, а ты по-любому не хотел. И денег у меня на такси не было, если что. И чё ты вообще свой голос на меня поднимаешь? Чё ты вообще как со мной общаешься? Все, вот захочешь извиниться, придешь и извинишься передо мной. Все, вот я вот обиделась теперь. Ты осталась с парнем? Хочешь его вернуть? Хочешь внести изюминку в ваши отношения? Хочешь, чтобы он волновался? Хочешь, чтобы все было не так просто? Зарепости-ка ты себе на стену стих Бродского или Есенина. Также какую-нибудь умную мысль об отношениях из паблика «5 умных мыслей». Песню «Баста» обязательно скинь на стену. Я твой недостаток, ты моя вселенная. Все, считай, игра началась. Пусть думают, что ты этим хотела сказать. Кто недостаток, кто вселенная. Не понял? Хорошо, что ты меня не куришь и не пьешь. Маш, а не хочешь сегодня для блеска в глаз? Сегодня скидка в баре 10 коктейлей по цене одного. Как мы сегодня нажбенимся. До талого, до талого. Как же ты у меня вкусно готовишь-то. Да, любимый. Через полчаса будешь? Фирменное блюдо мое приготовил. Без проблем. Спасибо большое. Вот и фирменное блюдо готово. Как же мне с тобой повезло. Антон, а ты что делаешь? Да по работе тут всем отвечаю. Все понятно. Мне кажется, наши отношения стали другими. В смысле другими? Что случилось опять, я не понимаю? Объясни мне нормально! Антон, ты чё так завёлся-то? Мне просто показалось. Всё нормально. Ребята, короче, целую неделю я с Сашей сижу на какой-то дебильной диете, ем одни салатики и брокколи, но у меня такое чувство, что я один на ней сижу, потому что она нифига не худеет. Я не понял, это что за фигня? Я не знаю. То есть вот так мы сидим на диете? Это мне подкинули, это я тебе купила. Я сплю, тебе всё наснится. Ты мне-то хоть что-нибудь оставила?
Ты все сожрала? Пипец. Нормальная диета, да? Похудели к лету.